Привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И сегодня, друзья, самое торжественное видео. Подобных видео еще не было на канале. А у меня сейчас в руке находится прототип БТГ-генератора, который действительно работает. Вот кто бы мог подумать, что я буду вот так вот держать устройство, которое является генератором свободной энергии. Правда, его, конечно, нужно еще доделать, но подобного вы в интернете нигде не увидите. Вы посмотрите на это устройство. Потребовалось на него очень много сил, времени и ресурсов, так что смотрите видео до конца, это просто нечто. Самое главное на этом столе – это данный прототип. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. И сегодня мы посмотрим о запрещенных знаниях про магнитный хранитель. В этом видео вы узнаете, что такое магнитный хранитель и почему из магнитного хранителя можно сделать вечный двигатель. Обязательно смотрите видео до конца, будет интересно. А мы начинаем. Подобные знания вы нигде не найдете в интернете, поскольку этому не учат в школах, а также не показывают в интернете. На весь интернет вы найдете всего лишь 2 или 3 видео, если сможете найти. Вот такие вот секретные технологии физики. На зарубежной найдется максимум 2-3 видео этого процесса, и нигде вам никто не будет объяснять, как это работает. Самое главное на этом столе – это данный прототип магнитного переключателя. Подобное действительно нигде не встречается и никем не объясняется. Здесь используется толстый провод 2 мм эмалированный, две катушки у нас, а здесь расположены магниты, тут магниты расположены, север, север, юг, юг. И все это замыкается вот так сердечником. Здесь используется трансформаторная сталь, с той стороны то же самое. Здесь у нас просто две металлические болванки. Так, здесь у нас находится блок питания с показателями. В общем, будем от него запитываться и включать эту систему. Давайте сначала посмотрим, что у нас вообще происходит, да? Что получается? Вот это липнет слабовато, вот это намертво. Поняли, что произошло? Магнитный поток замкнулся вот с этой стороны. Давайте сделаем наоборот импульс. Теперь давайте по порядку. А знали ли вы о существовании подобного эффекта вообще? И были ли у вас мысли, что таким образом это устройство может работать? Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, не стесняйтесь, пишите в комментарии. Я себе прикупил блок питания и медный провод. Ссылки на них вы можете всегда найти в описании. Также видео оригиналов, взятые для моего фильма. Abbiamo la deviazione di campo. Nel momento in cui la barretta di qua è sparita, tutto il flusso verrà chiuso qua. Вот так работает магнитный переключатель, друзья. Все показатели вы могли посмотреть вот на этом блоке питания. Ссылку на него оставлю в описании. Неплохой блок, прикупил себе. Так, и провод тоже оставлю ссылку в описании, купил 2 кило и нормально. В общем, пользоваться такой штукой весьма можно. Параллельный путь магнитного потока у нас выстраивается, и получается вот такая вот интересная система для БТГ-генератора. Если вы не обладаете какими-то познаниями, как это строить, вы, скорее всего, не поймете, зачем вот это вам нужно, да? Потому что вот в этой штуке действительно скрыта свободная энергия. Причем прям на виду. Многие даже не поймут. Я пока оставлю это в секрете небольшом, да, потом, когда возможно построить удастся мотор, тогда уже все посмотрим. И этот можно попробовать, кстати, с одной катушкой сделать. Даже работает, кстати говоря, с одной катушкой, что в принципе не должно работать, но тут все равно главное, чтобы было две катушки, это обязательно просто.
Самое интересное в том здесь, друзья, то, что здесь используются обычные катушки и обычная трансформаторная сталь. Главное понимать саму физику процесса. Вот, самое что интересно, давайте попробуем сейчас на расстоянии поставить каком-нибудь, да, и что-нибудь подложить. Давайте попробуем поступить таким образом, что вот тут расстояние у нас, и посмотрим, что произойдет. Да, поток даже переключился так, как вы видели, уже работала сила магнитов, но тут не до конца произошло переключение. Главное, экспериментируйте, и у вас обязательно получится. Сейчас мы посмотрим, как выглядит мотор на основе этого эффекта. Quello vabbè, vedi adesso lavorano i bobini. Senza magnete diventa un motore convenzionale. Ma che motore? Che motore? Niente. Hai visto quei magneti? Fai vedere i magneti come tolto. Questa è la prova del 9. Aspetta, fatta vedere bene. Aspetta, aspetta. Si brucia le mosche, te vai.
Ну что, друзья, а на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте видео и увидимся в новых видео. Пока-пока!